Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и описание этих работ по книге «Великий музей мира». Альбрехт Дюрер. Дрезденский алтарь. Около 1496 года. Дерево масла. Центральная панель 117 на 96, боковые 114 на 45. Алтарь знаменует начало зрелого периода творчества Альбрехта Дюрера. В 1495 году художник прибыл в Нюрнберг. Ему покровительствовал курфюрст саксонский Фридрих Мудрый. Дюрер создал для него ряд работ, среди них и представленный полиптих. Сюжет центральной панели – поклонение Девы Марии и младенцу. Левая створка изображает святого Антония с традиционным атрибутом-колокольчиком, хотя и без свиньи, для которой он первоначально предназначался. Он спокоен, несмотря на то, что окружен всевозможными фантастическими существами, искушавшими его в пустыне. На правой створке святой Себастьян. Его облик нетрадиционен. Стрелы, которыми он был пронзен, отсутствуют, но на теле, шее, ключице и животе остались раны от них. В 1495 году в Германии разразилась ужасная эпидемия чумы, ставшая одной из причин отъезда художника в Италию. Этот алтарь с изображением святого – свидетельство ее благополучного для художника исхода. Центральная панель, помимо главной сцены, содержит важные сюжетные детали. Так, рядом с Девой Марией на пюпитре помещена книга. Это аллюзия на книгу «Премудрости Соломона». Таким образом, ясно, что Дюрер трактует ее образ как «Дева Мария Премудрость» или с латинского «Матерь Премудрость». Ангелы держат над головой Девы корону, что указывает на нее как на «Царицу Небесного» с латинского. Так она именуется в мистической литературе XII-XIII веков. На заднем плане слева Иосиф Плотник трудится за своим верстаком, а справа вид улицы и стоящий у дома осел, намекающий на бегство в Египет. Ну, вот такое описание к работе Альбрехта Дюрера «Дрезденский алтарь». Текст по книге «Великий музей мира». Работа выполнена около 1496 года. Пока-пока, до свидания.